Всем привет, с вами канал Маргоша ТВ, и извините, что был такой большой перерыв в видео, просто не было никакой возможности, но сегодня у меня выходит видео Unboxing Surprises. Здесь представлены различные сюрпризы, мне очень интересные, я таких раньше не видела, и мне бы с вами очень хотелось посмотреть, что здесь внутри. Давайте начнем вот с этого сюрприза. Это из мультика Немо. Так, «Найди друга» написано. Он самый мятый, поэтому я решила начать с него. О, смотрите. Упс. Только что с холодильника яйца. И здесь у нас прозрачная капсула. Шоколадный пока сдвигаем. Эту капсулу еще надо открыть. Сейчас открою и продолжу. Вот я уже открыла. Здесь игрушка у нас в пакетике, поэтому, чтобы открыть, мне понадобятся ножницы. А может и не понадобится сейчас посмотрим. Мне ножницы тут, скорее всего, не нужны. Хотя не нужны. Берем наши волшебные ножнички. И легким движением руки вскрываем этот пакетик. И тут у нас, о, тут у нас осьминожек, что ли, какой-то. Он очень маленький. Просто посмотрите на размер этой игрушки. Я такого еще не встречала. Сейчас посмотрим на вкладыш. Ух ты! Вот как он выглядит с этой стороны. И здесь вот представлена коллекция этих фигурок. Сейчас посмотрим, кто нам попался. Здесь у нас осьминог Денис. Мой. Осьминог Алекс. И его братья. Вот. У нас осьминог Алекс, только почему-то здесь он оранжевый. А в реальности он голубой. Странно. Может, он, конечно, в воде меняет цвет. Ну что ж, давайте продолжим. Вот я чуть-чуть перебралась на столе и хочу открыть вот такой вот кубик вместе с вами. Я уже раньше открывала такие. Давайте же посмотрим, что в этой коробочке. Здесь у нас на скотче. Давайте сначала посмотрим, что здесь нарисовано. Ну, здесь нарисованы фигурки. Вот. Ух ты. Здесь у нас большой синий пакет. И здесь у нас такие маленькие дрожжешки, один пакетик. Вот. Большой синий пакетик, как я уже сказала. Нам понадобятся ножницы. Вот мы надрезали. Вот мы надрезали этот пакетик. Давайте посмотрим, кто здесь. Вот вкладыш мы рассмотрим попозже. Ух ты! Какой прикольный зверек. Сейчас посмотрим. Есть тут что-то или нет, здесь ничего больше нету. И тут вот такой симпатичный зверек. Похожий на олененка. Здесь у нас 4 игрушки. 6 даже игрушек. И ничего нету. Давайте посмотрим, кто нам попался. Нам попался Цуцик. Вот. Ну, тут маленькая предыстория написана. Думаю, вы достаточно рассмотрели этот сюрприз. Но мы продолжаем. Ребят, тут вышла маленькая ошибочка. Это, оказывается, не Цуцик, а тоже Корожик. У него сзади крылышки. Наверное, он может летать. Ну, а мы сейчас откроем сюрприз Monster High.
Ух ты, что-то шебуршит. Давайте же поскорее узнаем, что внутри этого шоколадного яйца. Ух ты, раскололся. Вот. Шоколад в сторону. Вот. Розовенькая капсула. И что в этой розовенькой капсуле? Ой, ёшки-матрёшки. Это же обыкновенный значок. Вот такой маленький прям. Монстр Хай. Вот здесь вот иголка, а не пластмассовая штучка. Так что, ребята, не берите такие сюрпризы, если увидите, потому что это полная фигня. Но давайте посмотрим на вкладыш. Может, тут что-то нормальное есть. А, нет, ребята, тут только подвески и значки. Ну и 4 фигурки. Да, ребята, я, конечно, ждала немножко большего от этого сюрприза. Ну ничего, давайте продолжим наше волшебное открытие. Я хочу открыть вот этот сюрприз. Написано «Мой питомец». Опа! В этой половинке спрятан маленькое лакомство для сладкоежек. Открывать я не буду, наверняка все знают. Давайте откроем. Здесь у нас коллекция ластиков. Вот. Спрятано это все в таком пакетике, который мы сейчас скроем. Вот тут вкладыш в пакетике. Так что будьте осторожны, не порежьте вкладыш. И тут у нас кто это? Либо котенок, либо медвежонок. Скорее всего, это котенок. Можно его использовать как ластик, можно как конструктор. Но он такой резиновенький. У меня уже третья игрушка такая в коллекции. Вот такой вкладыш маленький. У меня сейчас покажу, кто есть. У меня есть вот такая вот голубенькая пандочка. Вот она. И, по-моему, вот эта вот голубенькая куалка. Мы подходим к завершающему этапу нашего выпуска. Давайте уже посмотрим, что внутри этой коробочки. Из этой коллекции встречаюсь впервые, поэтому не знаю, что ожидать от этого сюрприза. И давайте же уже открывать, потому что мне безумно интересно. Опа, открывается потихоньку. Вот, открыли. Да, я не очень хорошо открываю коробки, как вы заметили. Здесь у нас жевательный мармелад. И пакетик с игрушкой. Судя по размеру пакетика, игрушка большая. Потому что тут прям плотненько. Открыть этот пакетик нам помогут, как всегда, ножницы. Главное, не порезать вкладыш. Вот, мы с вами легким движением руки вскрыли этот пакетик. О, боже мой, какая тут красота! Вы только посмотрите! Он еще и бархатный.
Если видите, обязательно покупайте эти игрушки, это не обман. Действительно качественная фигурка. У него даже блестят глаза. Это похоже на фигурку из Юху и его друзья. Давайте же посмотрим, как его зовут. А зовут его Саня. Вот. Ну, историю я читать не буду. Тут внизу представлены картинки, все, что он любит кушать. Это у нас попался бамбуковый медведь. Дальше я предлагаю открыть вот такой вот сюрпризик. Тайна плюшевого театра. Вот так он выглядит. Мне целых два сюрприза таких. Потому что я знаю, что там офигенные игрушки. У кого есть сестрички-братики, можно играть в кукольный театр. Если честно, больше нравятся пластиковые яйца, чем шоколадные. Потому что многим деткам нельзя шоколад. И родители покупают вот такие вот замечательные сюрпризы. Давайте же вскроем это сюрприз. Выскользнуло. И легким движением руки он открывается, такой зелененький. Опа. Тут у нас дрожжашки. Вот. И такая вот здоровенная мягкая фигурка. Вот. Нам попалась уточка. Вот. Сейчас я вам покажу ее поближе. Вот такая вот уточка. Вот такая вот мягенькая уточка попалась. Думаю, ребенку где-то около годика понравится. Пальцу так тепло в них. Там даже есть пушочек маленький. Думаю, ваши сестренки или братишки будут в восторге. Положим вот сюда, к остальным сюрпризам. И давайте откроем последний сюрприз в нашем выпуске. Ну что ж, давайте приступим к открытию. Мне самой не терпится посмотреть, что же там. И тут нам попалась коровка. Пакетик это уже, как всегда. И коровка. Давайте же раскроем ее и посмотрим ее поближе. И коробка наша появилась на свет. К нам на обзор. Сейчас я ее одену на палец. И вот такая вот коробка. Раньше были такие фигурки. Раньше был такой Семер Петрушка. Раньше устраивали театры. Мне эта фигурка понравилась. А вам? Напишите в комментариях. И проголосуйте за сюрприз, который вам понравился больше всего. Мне лично понравилась вот эта коробка. Ну а если вам понравился такой мини-инбоксинг от меня, то не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на мой канал. Всем удачи и всем пока-пока!